Маша с Викторией поехали куда-то, а я вот иду разборки устраивать. Так, господа бульдоги, ну-ка давайте отвечать мне сейчас. Отвечайте мне сейчас. А ну-ка, ну-ка иди сюда. Иди. Так, ты рада? Рада. Ты почему сегодня напала на папку? Почему мне пришлось разнимать вас? Ремешка получила от Виктории. Получила. Жорка, а ты что допустил до этого? Родная дочь поднимает лапу на отца. Так, ладно. А ты, Мирка, ты почему сегодня устроила драку? Почему? Спрашиваю тебя. Почему ты напала на Марсика? Сначала на Жорика, потом на Марсика. Вы становитесь невыносимыми. И я вынужден буду применять вот такие вот хворостинки для воспитания. Получите у меня. Ты получишь. Ты получишь. Ты гость, ладно. С тебя взятки гладкие. А ты, завхоз, куда смотришь? Ты или завхоз, или завгар, или завгаремом. В общем, определись, кто ты, Марсик. Жорка. Ну, я понимаю, что тебе романтика. Ты приехал, у тебя впечатлений масса останется, ты уедешь и будешь жить воспоминаниями. А мы-то останемся. Кто-то без ушей. Кто-то хотел сказать без хвоста, он и так без хвоста. В общем, господа, попрошу вас, ведите себя хорошо, понятно? Идите вот, садитесь на ступеньки, как приличные собачки, и сидите, куда пошли. Я не иду никуда. Ой, сегодня тепло, вон я в майке, в шортах, на улице 20 градусов. Цветы сколько уже стоят, а? Уже вторую неделю. Вот что значит от души. Гляньте. Ну что? Понятно, что когда приезжает Жорка, здесь становится малеха веселее. Так, ты иди, ладно. Тебя запущу. Да, одного. С вами, кумушки, буду разбираться сейчас. До такой жизни дошли. Мирка, ты стала невыносимая. Кидаешься на мужиков. Что это такое? Муж приехал-то и уехал. А ты? Что тебе скажут подписчики? А? Что они подумают о тебе? И о тебе что подумают? Ну, о тебе они уже и так думают. Свои думки. Все говорят, городской пижон приехал. А тебе же здесь оставаться? Тебе же здесь жить? И как ты в глаза посмотришь землянам? А? Ну-ка, посмотри. Погляди на меня. А что ты отворачиваешься? И не надо на меня запрыгивать. Вот все, с Марсиком буду дружить. Да, Марсюшка, с тобой буду дружить. Пошли. Ну их, я тебе вкусняшки дам. Бабы бешеные. На тебе вкусняшечку. Иди. Да и не надо дать. Сиди тут. Ладно, а вам за то, что вы будете себя хорошо вести. Жорка, учись. У нас в коллективе вот так мимо рта ничего не летит. У нас сразу все в рот попадает. А ты со с такой скромностью тут с голоду помрешь. Ловить надо на лету. Еще я из рук не выпустил вкусняшку, а ты должен ее уже поймать. А то она тебя по лицу ударила, отскочила, упала на землю вкусняшка, а ты тогда ее съел. Да, Мирка?
Обещаешь себя вести хорошо? Мира, мира. Скажи землянам. Ну, обещай. Гляньте, лапки сложила. Поверим ей.